Привет, народ. Собираюсь сейчас на рыбалку. Скажем, что у меня открытие сезона в августе. У некоторых происходит закрытие, ну, практически, а у меня только открытие. Все не было времени съездить. Надеюсь, сегодня мне повезет, я что-нибудь поймаю и отдохну от всей этой рабочей суеты. Подъехал я к воде. Вот вода. Сейчас надо будет выгрузиться, все на лодку загрузить, машину выгнать. Где-то надо будет ее тоже оставить в надежном месте. Возле воды, насколько мы знаем, нельзя оставлять. Вот. Жду отца, сегодня будем с ним вместе ловить. И на двух лодках поплывем искать место. Ну что, народ, я обрыбился. Вот. Что я там поймал? Поймал два леща небольших. Один на спиннинг и один лещ на удочку. Такая смешная ситуация получилась. Смотрю и не понимаю, что происходит. Удочка все что-то дергается. Смотрю, уже чуть ли не в воду начинает уходить. А там сидит лещ. Давайте я вам покажу. Вот. Там плотвичка, окунь небольшой и ёрш. Очень сильно надоедает мелюзга, снимает наживку. Вот. Ловлю на земляной червяк. А на удочке лещ вот этот взял на опарыш. Как удивительно. Это решил пока две вот эти не закидывать донки. А то мелочуга надоедает. Клюнет и уйдет. Клюнет. Или два раза клюнет. Червяк только снимает. Вот. Лодка. Вот там. Отец отбуксировал меня в это место. Я имею мотор. До сих пор так его и не использовал. Уже второй год пошел. Отец ловит вот там. Вот. Так, ну посмотрим, чем эта рыбалка закончится. Время сейчас 15:01. Вот я наловился. В лодку все собрал. Где-то выехал я с дома в 9. Пока спустил лодку на воду, пока сюда мы доплыли, это было часов 10. Давайте я вам покажу, что я наловил. Ну вот. Два леща и мелочуга. Там есть и ёрш, по-моему, один или два. Один окунь маленький. Ну, в принципе, на первый раз на открытие моего сезона рыбалки неплохо. Так, все, теперь можно потихоньку собираться. Ехать в сторону дома. Лодки просто каждую минуту здесь летают. Тьма тьмущая рыбаков. Погода такая неплохая. Единственное, немножко здесь берег не понравился. К воде не подойти. Он типа как такой идет сыпучий песок. Вот смотрите. И сразу проваливается. Ну, зато босиком по грязи походил.
вас можно снять, сэр. Вот так, без мотора.